сейчас вот на пути генератом. Тусуйся, пляши, як кретин. Вон и зипсуют тупи свято. Леша и Даша, вас их накажуть, блин. Сейчас вот на пути генератом. Тусуйся, пляши, як кретин. Вон и зипсуют тупи свято. Дур не в плюс один. Может так? Может так? Может так? Может так? Может так? Нет. Может так? Может так? Дима, ну пожалуйста. Давай, я просто одену кожаную куртку и все, окей? Там будет столько модников, я все равно ничем их не перебью. Тобі свято, дур не в плюс один. А можете не улыбаться, а серьезно так? Как будто вы едете, а я буду ваши волосы развивать. Как будто ветер. Снимай, будто ветер, а вы серьезно? Мне неудобно вас спрашивать, ну, корректно. Я как бы так спрошу. Вы, ну... Я певец. Вас, нет, вас, вас на 23 или на 8 поздравляю? Нет, это еще не то. Не понял. На 20, вас на 23 или на 8 поздравляю? Здесь много чего. А где? Ну, я не понял немножко. Ваши, у вас есть друзья? Конечно. Они вас поздравляют? Конечно. Ну а как же 23-е это мой праздник, а 8 марта это не мой праздник. Вот! Вратиш, это вратиш. С праздником. С каким? Моды. Спасибо. Богатство это мода. Да, богатым быть модно. Вот, вот, женщины, класс. Практически единственный модно одетый здесь человек. Ну вы как сюда попали? Ну, я вообще Алена Сереброва, да, вот мой, да, шоу-рум. Я украинский дизайнер, участвую в Прет-а-Порте Париж и у Вайти в Милане. Я думаю, вы со мной согласитесь, что в тренде сейчас как бы богатство. Ну, модно быть богатым. Да, да. Ну вот столица это понимает, да, а там Одесса это еще где-то понимает. Почему же до сих пор в регионах еще действуют старые каноны моды Советского Союза, когда богатым не было быть модно? Почему там до сих пор так живут? Ну, к сожалению, в начале века, вы знаете, что мы находились в периоде декаданса. Декаданс – это всегда пересмотр моды прошлого. Но людям из провинции я хотела бы посоветовать, конечно, быть модным. То есть это значит тире быть богатым. Быть богатым – это модно. Богатство – это модно. Богатство – это модно. Однозначно быть богатым – это модно. Что нужно сделать этим людям, которые сейчас, возможно, где-то там в Луганской области, в Волчевске, в Красном Луче, включают нашу кнопку и смотрят нас с вами? Что им нужно сделать, чтобы вот больше придвинуться к моде? Им нужно себя развивать, нужно больше смотреть за всем, что происходит. Даже если нет возможности приехать в Киев и попасть, скажем, сюда, есть интернет, есть журналы, есть какие-то общения с какими-то модными людьми. Нужно все время работать в этом плане. Вы не подскажете модных людей? Допустим, вы не знаете, там вот в Луганской области есть, ну, какие-то знаменитые модные люди? Знаменитые модные, знаете, наверное, не подскажу так, но их нужно находить. Скажите, если у нас будущее нашей страны, пока люди не готовы смотреть в сторону Европы, пока мы остаемся на уровне развития 17 века в этом плане, вот духовном, эстетическом? Мне кажется, есть. Очень тяжело это все, конечно, у нас происходит на Украине, но я думаю, что есть. Я бы очень хотела. Я не могу назвать себя патриотом нашей страны, но... Здорово, я тоже. Но я бы хотела, чтобы Украина все-таки была на уровне. Mm-hmm.
пожалуйста. Чего вы? Чаевые же, кто вам дал бы? Пресс-служба нам дала мыть. Нет, вот мы пресс-служба. Да. Вы, не нужно, вы нас пожалуйста, не снимать, чтобы потом это вы выставили в интернет на Facebook. Тихо. Но не нужно просто... Где какое выдание? У нас только телеканал ТЭП. Только Виталика. Телеканал ТЭП. Да. Чудово. Вы не вид телеканала ТЭП. Телеканал ТЭП снимает окремо. А вы разве нас не знаете? Мы телеканал ТЭП. Просто выключи камеру, пожалуйста. Секундочку. Выключите, пожалуйста, камеру. Мы не можем выключить камеру, потому что мы на работе. Не нужно брать меня за вещи. Одну секундочку. Мы журналисты. Нас знает вся страна. Нас нельзя брать за руки. Вы что, кем бы вы ни были. А если сейчас директор киоска придет, будет меня за руки хватать, то что? Ну, вы представляете, кто вы, а кто я, на секундочку. А кто вы? Что меня знает вся страна. Ну, хорошо. Ну что? Зараз вашому продюсеру перезвоніть і... Вона за границей, нічого не вийде. Сфотографіруйте мене. У мене сьогодні друга задача. Ну, сфотографіруйте. 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 Ну що, вам тяжело? Да. Сотрете потом. Ну, пожалуйста. Сфотографіруйте. Мене ще ніколи не фотографував чужой. Фотографируете? Mm-mm. Поменяй баланс белого. Фотографируете? Mm-mm. Ну чего вы? Ну хочу. Ну хоть чуть-чуть. Mm-mm. Ну на полкадра. Я войду. Mm-mm. Я только руку мою. Не хочет, наверное, фотографировать. Слушайте, вам есть что-то скрывать? А? Вы что-то здесь скрываете? Не, я просто... Чего скрываю? Вот. Мы разберемся. Мы разберемся? Боже, да вы такого славного набрасываете. Мы разберемся, мы это кто? Николай Второй? Мы разберемся. Давайте, если вы хотите превращать эту историю в фарс, нет, аудитория нашей программы – несколько миллионов телезрителей, интернет-зрителей. И ваше лицо увидят в неблагоприятном для вас свете. Я вам хочу, то есть это подчеркнуть. Алло. Ага, хорошо. Все, видите, все нормально. Что нормально? Мы уходим. Видите, как цивилизованные люди разобрались. Пожалуйста. Що вам тут заборонено знімати, як не професійній програмі? Це, власне, той текст, який я говорив про вашу програму. Ясно. Можете сказати, у нас підводка в програмі «Багатство – це модно»? Модно быть хорошим человеком. Любовь к деньгам и вещам людей превращает в мещан. Лишь сила высоких идей мещан превращает в людей. Підпишись і дивись усі випуски «Дурнів плюс один» першим.